Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Qubot X19 сделать сброс сетевых настроек. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», дополнительно «Сброс настроек» и выбираем вторую опцию «Сбросить настройки сети, Wi-Fi и мобильного интернета». Нажимаем «Сбросить настройки», затем нажимаем «Да», чтобы подтвердить всю операцию. И как видите, сетевые настройки сброшены. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!